Очередную сумму собрали жители города для детей, больных лейкозом. Представители фонда вынимают из ящика деньги, которые тимиртаусы собрали за последние недели. Общими усилиями удалось накопить 73 тысячи тенге. Сегодня родителям детей сотрудники фонда раздают продуктовые наборы и постельные принадлежности. Большая их часть хранится на складе. В офис ТТК смогли приехать не все. В пакетах продукция от пищевых предприятий города. Помощь хоть и небольшая, но очень необходимая. Для меня самое важное вот это вот, что помощь, это прям хорошая помощь. Вот некоторые, может быть, и как-то от этой помощи бы и отказывались. А для меня вот как-то и не стыдно, потому что это... Вообще тяжело вот это вот, даже котлеты вот купить, это деньги собрать, купить это тоже тяжеловато. А вот то, что дают под, как бы, наборы и дают всегда много всего, это в принципе хорошо. Нургуль Уразова приехала сегодня в Темиртау из Караганды. Говорит, приобрести лекарства для детей, больных лейкозом, очень сложно. В связи с запоздалым решением всех необходимых тендерных процедур, поставка лекарств в поликлинике задерживается. А больным детям прерывать лечение нельзя. В поликлинике, я вам сразу могу сказать, мама не получит вовремя лекарства. То есть она уже бьет в тревогу. Она уже, вот, фонд сейчас в данный момент выделил на начало химиотерапию, которую вот должен ребенок получить, поддерживающий. Этому фонду, как говорится, я, как сама тетя, и мама, родители, все благодарны. Почему? Потому что любое, даже вот какая-то помощь от благотворительного фонда, это уже поддержка. Родители больных детей на помощь государства особо и не надеются. Многие лекарства закупают сами. Только на поддерживающие препараты уходят немалые средства. Потому рады любой помощи и поддержке. Всего в Темиртау с ноября жители города собрали порядка 900 тысяч тенге. Все эти деньги пошли на оказание помощи детям, страдающим лейкозом, и приобретение для них гипопротекторов. Сбор средств для детей продолжается. Обращаюсь я ко всем помочь вот этим деткам. Потому что будем надеяться, что все-таки в марте разрешится вопрос со всей химиотерапией и гипопротекторами. И надеемся, что все-таки, закончатся, наверное, эти сборы, потому что, как бы, надежда только на наш город, больше надеяться ни на кого, на жителей нашего города.